начинали все сами, своими руками. Я Наталья. Я начинаю активную подготовку к новому летнему сезону. Мы садоводы-огородники, забавные люди, фанатики своего дела. Особенно те, которые стремятся в своем саду посадить диковинные и редкие сорта. Я уже сделала заказы, жду счета на предоплату. Решила отснять 3 части, потому что заказов много. И заказала я растения с разных сайтов. О каждом я расскажу отдельно, как и в каком состоянии приходили саженцы, как они прижились и был ли брак. Хочу начать с агрокомпании «Поиск». В этой компании я приобретала уже не раз саженцы. Сначала давайте о плохом. Бывает, конечно, и брак. Некоторые растения погибли, как, например, в прошлом году я приобретала там саженец абрикоса «Слава Севера». Про него я, кстати, забыла упомянуть, когда рассказывала историю о неудачных покупках растений с центральным корнем. Я не знаю, пришел он погибший или погиб у меня, склоняясь, что уже пришел такой, так как не подал ни одного повода для жизни. Также погибла у меня ежемалина Тейбери Медана. Пришла ослабленная, пошла в рост, но, к сожалению, сил у корня не хватило, и она погибла. Также заказывала я лапчатку гибридную «Монарх Вельвет». Она была с открытой корневой системой. Пришла перепревшая тряпочка, а не корень. Прошлый год был в ударе на брак. Я это списываю на тяжелую холодную зиму. Остальные саженцы в очень хорошего качества и приживаемость очень хорошая. В общем, компании я довольна. Ну а теперь мои заказы. Хочу обратить ваше внимание, что сейчас на сайте есть редкие новинки. Тинидия коломикта, серия «Северный сад», доктор Шимановский, самоплодная, быстро растет, выдерживает суровые сибирские морозы, красиво обрамляет беседки, заборы и стойко выносит 40-градусные морозы. Актинидию Шимановского иногда называют еще арктической красавицей. Для 100% урожая нужно рядом посадить мужской экземпляр другого сорта. Среднепоздний сорт плодоносить начинает только через 5 лет. Выбирать лучше актинидии возрастом 2-3 года, растущие в контейнерах. Ягоды овальной формы, зеленые, кисло-сладкие на вкус. Плоды ароматные, напоминают по вкусу ананас, киви или яблоко, мякоть нежная. Длина зрелых ягод около 2,5 см, а вес около 3 грамм. Хочу очень попробовать ее. Береза карликовая Golden Treasure. Карликовая береза формирует в тундровых районах очень густые заросли. Они же замечены в альпийском поясе и на моховых болотах. Растение относится к числу листопадных кустарников с интенсивным ветвлением. Его высота обычно варьируется от 0,2 до 0,7 метров. Официально зарегистрирован рекорд 1,20 м. Golden Treasure, как и другие виды группы Golden, отличается крайне медленным ростом. К концу первого десятилетия жизни деревце поднимается максимум до 0,3 метров в высоту. Ширина же его превышает 0,7 метров. Самые высокие экземпляры Golden Treasure способны подрасти до 0,7 метров и достичь 1,5 метров обхвате. Golden Dream – еще один маленький декоративный вид низкорослой березы. Если придет эта березка, она будет сидеть у меня в моем новом ракарии. Пуре. Этот сорт плакучего дерева. Ствол одиночный, сверху пучок раскистых ветвей, которые свисают вниз, наподобие густо облиственных кос. Береза пурпуре отличается от стандартной плакучей разновидности необычным цветом листьев и коры. Растет очень медленно, сильно бородавчатая, имеет массу шероховастых наростов на ветках и стволе. Но это не портит внешнее впечатление от дерева, а наоборот, придает ему некоторую изысканность. Высота растения до 10 метров, в ширину разрастается на 4 метра. Выдерживает морозы до минус 35 градусов. На севере из-за холодных ветров и низких температур растет плохо. Биологически отпущено до 500 лет, но в городских условиях береза пурпуре редко доживает до 150. Береза хорошо уживается, может соседствовать с хвойниками, иными декоративными, но невысокими лиственными. В фотографии я нашла березу и на штамбе тоже. Пока это все заказы в агрокомпании «Поиск». Я очень надеюсь, что все заказы придут и в хорошем качестве. Все ссылки на распаковку саженцев с агрокомпании «Поиск» я добавлю в описании или в закрепленном комментарии. Всем пока, до скорых встреч!